Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я решила, рада вас, во-первых, приветствовать на моем канале. И сегодня я опять вам что-нибудь хочу интересно показать. Сегодня, видите, я в таком виде. Я хочу вам показать двойное умывание. Это корейская или японская методика. Корейцы и очень относятся к этому, к умыванию. И у них это регулярно женщины все это применяют, и поэтому они такие, у них такая кожа красивая. Ну вот и я решила, я тоже это применяю уже, да, уже на тоже года два. Я, конечно, у меня вот продукты такие, я купила их в ДМ. Вот это гидрофильное масло от Балея. Я его сначала не могла найти никак, я где-то в роликах увидела про это масло. И потом я решила найти его. И пошла в ДМ, все обшарила, продавца спросила, она говорит, не знаем, что такое за гидрофильное масло. Нет, у нас такого, не знаем. Я вернулась домой, нашла опять этот ролик, сняла фотографию, опять вернулась в ДМ. И мне вот нашли вот это гидрофильное масло, вот это. И вот такая пенка тоже из ДМ. Тоже я там купила. Но сейчас я вот как бы я в КУФАЦ, я там показываю, рассказываю. И я там нашла, есть фирма М-Азам. И у них есть вот это гидрофильное масло. Там 200 мл, по-моему, стоит 20 евро. Ну вот сейчас вот это закончу, тогда я то закажу. Ну, в общем, а эти продукты, это у меня Элизабет Грант, это я уже вам показывала. Ну и начнем. Значит, сначала мы начнем. Я маленечко так смочу, потому что лицо сухое. И вот, вот масло взяла на руку. И вот так наношу. Вот, нанесла. И надо массировать вот это масло. Конечно, это для снятия макияжа, но у меня макияжа нет. Я и не пользуюсь макияжем. Ну, тональным кремом как бы маленечко я пользуюсь. И вот так в течение 4 минут рекомендуется вот этим маслом все вот так очищать по линиям, как бы по этим косметическим линиям, как надо правильно. Ну, я, как сказать, с молодости не привыкшая краситься, я никогда не красилась. Я единственное, что красила, это губы. Брови и ресницы я никогда не красила. И кремами практически до 40 лет я не пользовалась. Это уже когда я стала старше, я стала пользоваться кремами. Ну, в общем, вот так можно. Или можно, вот у меня есть вот такой аппаратик, можно вот хорошо промассировать. Ну, приятно так глазками здесь, вот эти места хорошо, которые у нас всегда провисают. Так. Ну, в общем, я 4 минуты, конечно, не буду занимать ваше время. Очень приятно вот этот массажик. Делается тепленьким таким. Так, ну я не буду 4 минуты делать. Я сейчас пойду умоюсь и снова приду. Надо отключить. Так, сейчас я вернусь. Умыла я вот с этим полотенчиком, такое маленькое. Я все это промыла лицо хорошо. Я промываю теплой, горячей прям водичкой. А когда я буду пенку споласкивать, тогда я буду холодной водой мыться. Так, в общем, сейчас я... Теперь это, значит, 4 минуты массаж. 2 минуты, значит, я должна лицо умывать.
И 4 минуты теперь еще у нас будет вот с пенкой. Вот у меня такая пеночка. Вот от Балея. У меня от Балея. И вот она есть, конечно, можно и сама пенка делать. Берется такой, как бы вот эта виходочка с сеточкой. И мыло смыливаешь, и делаешь такую пену. И пена. Ну, я не заморачиваюсь, у меня вот такая, значит, пена. Вот. Вот я взяла эту пенку. И теперь я ее буду вот таким образом наносить. А, рот не надо мне заклеивать. Вот. Надо. Ток тут мне мешает. Остаточки я вот так на ручки. И вот 4 минуточки таким образом. Но мы 4 минуточки не будем ждать. Я вам показала, как. Вот. Сейчас 4 минуточки подержатся. И я пойду смою. И снова верну. Вот все смыло. Вот посмотрите, уже кожа намного лучше, уже она увлажненная такая, не так, как я сначала садилась. И вот эти, как сказать, вот это гидрофильное масло, я в ДН покупала, это недорогое, не знаю, ойра с чем-то, 2 ойра, ну, в пределах ойра, 2 ойра вот эти. И очень прекрасное средство, и кожа намного лучше очищается. Ну, а теперь мы еще, потому что сейчас я когда умывалась, вот прям чувствуется, что кожа как бы размякла, и вот такие катышки, или как бы сказать, которые надо, поры сейчас раскрылись, и теперь надо вот, вот этим тоником, тоником, чтобы хорошо лишнее все это убрать от как сказать, старую кожу, клетки, которые сухие, отшелушивается. Вот их теперь мы уберем вот этим тоником. Вот. Вот таким образом. Все это мы убрали. Все. Теперь лицо готово к приему крема. Значит, теперь в первую очередь мы берем вот этот сыворотку или серу, которая как бы подготавливает кожу для под крем, она идет. Она, если такая жидкая, то ее обязательно под крем. А бывает такой же серум, он такой белый, плотный, как крем, его можно просто применять. Ну вот так, пару капелек. Вот и теперь вот так и вот так. И вот так вдавливается все это в лицо. Вот, видите, лицо сразу делается румяным, красивое делаюсь. Остатки опять же на свои ручки все. Все остатки, хоть кремов, хоть что, я вот наношу вот так на ручки. Ну вот. Все. Теперь мы будем наносить крем дневной. Так, где он у меня? Вот он. Вот он, крем дневной. Сейчас мы его будем наносить. Ну, сейчас зима еще как бы, весна уже скоро будет наступать. И как бы лицо такое бледноватая. И я вот беру вот так крем, и туда я выдавливаю одну каплю тонального крема или бэби-крема. Это тоже я в ДМ купила, тоже недорого. И вот я так чуть-чуть, вот видите, чуть-чуть, вот, чуть-чуть я выдавила вот этого крема. И потом я его так размешиваю на руке. Вот,
Размешиваю. И наношу на лицо. Вот. Все. Нанесла. Я все делаю руками. Можно с помощью. У меня они есть, но руками лучше. Вот опять массируем по этим по косметическим линиям. Вот теперь кожа начинает оживать. Увлажненная, маленечко, чуть-чуть, как бы придала вот этим тональным кремом чуть-чуть цвета для лица. Остаточки опять же на ручки у нас пойдут. Вот, остатки на ручки. Так, ну раз уже я начала. Дошла до крема. Сегодня я еще, как сказать, не выходила на улицу. И теперь я маленечко-маленечко сделаю акцент. Чуть-чуть. Я вот это вам показывала. Это я не назвала, как не сказала, как называется. По-моему, хайлайтер называется. Вот он такой блестящий. И очень хорошо. Я, как сказать, я глаза не крашу, и тени-то я не ношу и не умею. Но вот этим я, значит, вот так просто, вот так, поверху брови и вот так. И вот этот треугольничек потом, как бы сразу лицо, видите, делается красивым, блестит вот это место, вот. И на этот глазик также я вот отсюда, над, под бровью вот так. Чуть-чуть вот так и вот так. То есть вот таким, вот такой у меня треугольничек. Я его высвечиваю. За счет этого делаются глаза маленькие. Можно что так на носик сюда чуть-чуть. Все. Ну и что я еще? Я еще вот румяна. Ну тоже чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть вот так. И на вторую щечку. Так. Ну и осталось. Ну, губы я подводить не буду, а то просто их покрашу помадой. Ну вот. Барышня готова. Могу пойти на выход. Сегодня я покрасилась. Ну вот, такая я красавица. Пока-пока!